прекрасное слово на земле, самое первое, которое произносит человек. И на каких бы языках мы его ни произносили, оно будет звучать одинаково нежно. А какие у нашей мамы руки? Они добрые, заботливые, а сколько всего они еще умеют. Мама на сердце, самая добрая, самая трепетная и нежная. Всегда приласкает, приголубит, поймет, пожалеет. И даже если вам 5 лет или 50, каждому нужна мама. Весна шагает по дворам, в лучах тепла и света. Сегодня праздник наших мам, и нам приятно это. Наш детский сад поздравит красит мамовские планеты. Спасибо, мама, говорят взрослые и дети. Сегодня в гости пригласили мы наших бабушек и мам. Порадовать мы их решили, и каждый что-то сделал сам. Мамы и бабушки, милые наши, мы нанялись сегодня за вас. Все, что готовили, песни и танцы, все вам покажем сейчас. Будем нынче веселиться, петь и гладить и злиться. Это праздник, мамин день, веселись, кому не лень. Весенним, с мартовской капелью, с ветерком теплым, с хорошим настроением. Поздравляем всех женщин с этой прекрасной весной. А вы знаете, опрос нашего населения показал, что самое любимое занятие у наших мам, самый любимый отдых, это просмотр телепередач возле экрана. А так ли это, мы сейчас узнаем. Катя, а какая передача любимая твоей мамы? Военные фильмы. Мама моя любит смотреть канал. А Даша? Моя мама любит смотреть новости. А моя мама любит смотреть живую. А у Димы мама любит какую телепередачу смотреть? Новости. Новости любит смотреть. А Вероника? Моя мама любит смотреть Джаквами фильм. А у Милона мама? Новости. Новости. Соня мама что любит? Новости. Новости. А Лизина мама что любит смотреть? Новости. Новости. А Димина мама что любит? Какую передачу? Моя мама любит смотреть маску. Моя мама любит Золушку смотреть и маску. Моя мама любит про животных смотреть. Про животных передачи. А Ульянина мама любит какую передачу? Моя мама любит смотреть «Орел и Решка». А Паприка, мама, какую передачу любит смотреть? Моя мама любит смотреть передачу «Мастер-шеф». А у Егора? Моя мама любит смотреть передачу «Холостячка». Моя мама любит смотреть «Орел и Решка» и «Тома». А
сегодня наши гости, сколько дети знают о наших мамах. И я предлагаю прочитать стихи. Когда 8 марта Иванов удивит, купит духи и помаду, коробочку конфет, красивую открытку, подснежника букет. А может лучше брошку или шар, или шарф подарит. Нелегкая задача подарок убирать. Мы долго думали, гадали, что наша мама подарит подарок. Мы сказали, должен самым лучшим быть. Джакузи мы не сможем подарить. И билет на гипер нам не купить. Посоздаться сложно тоже подарить. И сам пишу в ответ. Подарим им на телевидение. Итак, дорогие наши гости, мы решили исправить эту несправедливость. И сегодня только для вас начинает работать наше дошкольное телевидение детского сада «Рябинушка». И начинает нашу трансляцию первая передача. Называется «Тепло сердец для милых мам». Сегодня весенний праздничный день. За окнами звонко играет копель. Мы маме праздник начинаем и телевизор вам включаем. Телепередачу дарим дорогим гостям, мамам, бабушкам. Всем, кто не попал сегодня к нам, первая программа начинается. Джентльмен шоу. Театральный детский сад.
произошла история недавно и давно. История занятная, таких полным-полно. Это шутка, в ней намек. Если вдуматься, умолк. Вы на нас не обижайтесь, мы к всем постараетесь. Здравствуй, Любочка, подружка. Ты давно мне не звонишь. Может быть, сегодня в гости на минутку залезешь? Ну-ка, дело, да, немало для домашних расхлопот. Надо ужин приготовить, постирать, сварить компот. Мама, надоело мне играть в сказки, можешь почитать? Подожди, ты не буди, лучше к папе подойди. Что-то кофточку купила, говоришь, красивый цвет? Рюшки, бантики, оборки, замечательно, слов нет. Да, каблук такой высокий, сможешь ты его носить? Ах, как хочется мне тоже эти туфельки купить. Мама, надоело мне стоять, может нас с тобой вместе в куклы поиграть? Ах, мне некогда, дочурка, побежала я стирать, вон сидит на кресле папа, попроси его сюда. А, папа, не читай, лучше с мячом поиграть, я прошу тебя домой, отведи меня в кино. Это все потом ты сходила подгулять. Мне же надо очень срочно всю рекламу дочитать. И футбол сегодня нужен. Я болельщик Спартака. И в куклы поиграем завтра вечером. Пока. Катя, ты сегодня сможешь белку мне нарисовать? Или в куклы со мной поиграть? Скажешь тоже, мне сегодня надо раньше в школе быть, ведь контрольная сегодня. Мне пора уже ходить, а вчера знакома с Лахом, пригласил меня в кино. Ни минуточки свободны, все он списал на дому. Что же делать мне одной? И сиди со мной, и лежи со мной, гуляй со мной. Мама, папа и сестра, пожалеете вы ребенка. Порисуйте, почитайте, в куклы с ней поиграете. Подрастет малышка, может, вам когда-нибудь поможет. Скажу я вам один секрет, моей семьи дороже нет. Дорогие наши гости, а мы продолжаем наши телепередачи. Мы примем модный переговор о платьях модных. Пойдет разговор. К празднику мы наряжаемся, быть красивыми стараемся. С этими девчонками никакого сладу. Не успели вырасти, требуют наряда. Целый день в заботах. Ох, эти барышни, ох, эти модные. Ну что же, а у нас сегодня действительно модный приговор. И мы хотим вам предложить новые тенденции летнего варианта одежды. Первая модель. Обратите внимание, мама-хозяйка. Необходимым атрибутом этой модели является фартук. Именно он придает маме хорошее весеннее настроение и позволит ей приготовить очень вкусную еду. Повязка на голове небрежно повязана и придает особый домочадцам шарм. Мягкие тапочки помогут любимому ребенку замечательно уснуть после обеда и не будут мешать. Так что возьмите себе на заметку. Модель для современных бабушек, которые любят ходить со своими внуками на детские площадки, и чтобы их чадо там позанималось спортом. Обратите внимание на кроссовки Adidas. Они любой бабушке придадут легкость походке. Берем себе на заметку. Подходит ко
как и бабушкам, так и мамам, которые решили в этом году немного отдохнуть в экзотических странах. Легкие шорты придадут изящность вашей походке. Яркая футболка замечательно впишется в экзотическую природу. А шляпка и очки, конечно, защитят от палящего, жаркого, знойного солнца. Это модель для тех, кому надоело отдыхать на Канарских островах, кому надоела экзотика, кто хочет отдохнуть на загородной вилле, как мы еще называем, дача. Наша последняя модель идет без комментариев. И, дорогие гости, мы хотим закончить наш модный показ чудесной, хорошей песней, которая так и называется «Чудесный праздник». Я знаю, что мама ее зовут Настя.
Молодцы, ребята. Знаете, женщин, свои. И это ваши мамы. Да, молодцы, отгадали. Дорогие зрители, мы вам предлагаем следующую передачу, которая называется «Патриот». И на этом канале транслируют очень красивые зажигательные танцы. И танец этот будет называться «Морячка». Нашими бабушками и мамами. И в этот прекрасный весенний день
Они вам дарят, дети наши и ваши дарят, первые цветы. И давайте друг другу подарим все хорошее настроение. Встречаем наших девчонок с танцем «Хорошее настроение». Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Капризничать стараюсь, озреваю, а улыбаюсь, небо жрит мой дом.
тебя. И в подарок мы хотим посвятить нашим бабушкам песню, которая называется «Лучше друга не найти». Весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Персы кружат и небо в огне, думай, родная, всегда обо мне. Из-под небес я мне виден, милый, твой профиль в окне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в мажоре. Мы предлагаем вам послушать стихи от наших деток. Дорогие наши мамы, заявляем без прикрас, честно, искренно и прямо очень-очень любим вас. На нас на свете нет дороже, красивее, добрее, моложе. Пускай разгладится между бровей морщинки, мы мамы вашей половинки, любить вас обещаем и беречь. Дорогие наши женщины, мамы, бабушки,
Наши дети вас очень любят, поздравляют вас с наступающим 8 марта. И они вам дарят хорошее настроение и зажигательный флешмоб. Благополучия, счастья с 8 мартом. И на этом наши мальчики хотят вас поздравить с наступающим праздником. Мальчишки, давайте поздравим наших гостей. Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих, мне они заменят солнце. Мир, поверь мне, существует лишь для нас двоих. Солнышко в тебе смеется. Мама, мама, без ума тебя люблю.
Поздравляю.